А что насчет ваших детей? Они слушают вашу музыку? Ну, наши дети уже взрослые, моей дочке 24. Неужели? А все мои дети слушают Led Zeppelin. Все пятеро? Да, они сидят такие в наушниках и спрашивают, что слушаете? Led Zeppelin. Ты серьезно? Да, снова рока, Black Sabbath, The Purple, Led Zeppelin и так далее и тому подобное. Они заложили фундамент той музыки, которую играем мы. Тяжелого металла? Той музыки, в которую я влюбился, в это время я называю эпохой живого рока. А в 70-е AC/DC, Rush, UFO и другие создали каркас, а в 80-е все, кто там был. Давайте уже вернемся в наше время. Они своего рода кирпичи и клей, а сейчас мы уже пришли к крыше, и мы празднуем вершину эпохи настоящего живого рока. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».